День учителя – самый теплый и самый любимый осенний праздник. Его отмечают 5 октября. Наша съемочная группа побывала в одной из чебоксарских школ и узнала секрет идеального педагога. Юрий Иванович Михайлов учит детей уже около 30 лет. Первое место работы – сельская школа. Он преподает один из самых важных предметов века информационных технологий – информатику. В 5-й гимназии работает со дня ее основания. Простым и доступным языком объясняет ученикам языки программирования и сложные алгоритмы. Он очень веселый, у него индивидуальный подход к каждому. Он может шутить на уроках, и это будет так, что все равно в классе будет сохраняться дисциплина, и это очень круто. Юрий Иванович, он может алгоритмически показать любую задачу, и ты будешь ее понимать, независимо от того, знаешь ты язык программирования или нет. Ребята не только узнают что-то новое, но и применяют полученные знания на практике, разрабатывают собственные проекты. В Юрии Ивановиче хочется отметить то, что он относится к своему делу с такой любовью и полной отдачей, и, наверное, это отчасти заражает нас, что мы ночами сидим и делаем эти проекты, погружаемся в программы. Именно благодаря тому, что он такой профессионал и любитель своей работы, нам удалось добиться высоких результатов, которые были оценены экспертами даже из-за границы. Каков учитель, таковы и ученики. За свою карьеру Юрий Михайлов удостоился множества наград. Он – заслуженный работник образования Чувашии, победитель конкурса лучших учителей России, обладатель всевозможных дипломов и грантов. Для меня ассоциация, связанная с ним, – это столб. Он буквально столб, который держит на себе коллектив. Любое событие, образовательное, любой праздник будет сделано, если есть рядом Юрий Иванович. Мы чувствуем себя надежно, когда он в стенах школы. Вторая ассоциация – он человек, который всегда живет с мечтой. Юрий Иванович инициировал создание электронных журналов. Все школы и детские сады республики вносят в базу данные об успеваемости учеников, различные отчеты и многое другое. Система успешно работает уже 3-й год. В чем, скажем так, польза электронного журнала для родителей? Они имеют доступ в любое время, в любую секунду, в любом месте земного шара к достижениям своего ребенка. Это первое, да. Увеличение производительности труда учителя здесь налицо, потому что машина считает уже сама. За долгую карьеру он обучил информационным технологиям около 4500 ребят. На уроках Юрия Михайлова компьютеры и программное обеспечение уже давно заменили мел и указку. Сложные вещи рассказывать детям на простых языках, я думаю, что это как раз и главные учителя. Я считаю, самое главное для меня – успех моих детей, те, которые я обучаю. Признание друзей, коллег и учеников. Большего, казалось бы, трудно желать. Но Юрий Иванович по-прежнему полон идей и замыслов. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.